Но 600... за ними 14633, не маленькая, я бы сказал. Вы посмотрите, что творится вообще. Какая красота на брусьях. Плотный разрыв друг очень от друга. Хороший. Так, следующий девочка. Виктория Листунова. Красиво сквозь звезды делает сейчас всю комбинацию Вика. Идеально выходит в стойку. Ох, как хорошо. Стоять. Молодец. Она ну что, первая, победа? Конечно. Она первая. Вот это кажется, она показала что самый классный, демонстрирует высший класс пилотажа. И сейчас я постаралась до нее объяснить, до чего ей трудно. Чуть-чуть совсем проигрывает она. Пошаталась она в первой линии. Я говорю, немножко невнимательно я Кустову посмотрела. А это Блицына. Виктория Листунова. Да-да-да-да-да. Видите, тоже. Вот она, вот она. Как начинает ее поддрагивать. Токи высокой частоты. Никуда не убежишь. Прям по проводу идешь, только потряхивает. Успокойся. Готовится долго так. Ой, какая сложность. Это невероятно. Сальто назад с поворотом на, 3, на 180. Это очень сложно. Ну, я не знаю, вот она еще, может быть, одна гимнастка делает. Не в зале, а на соревнованиях. Это она классика. Ну, вы посмотрите, это тут уже с ногами даже можно не напрягаться. Тут. Ну, Вика, конечно, выточена просто максимально. У нее все линии настолько острые, настолько ровные. Ну, держись, мой хороший. Мы тебя подхваливаем. Это все, я знаю, какие приметы у девчонок. Вообще у спортсменов приметы. Не хвали, под ногу не говори. Это держись. Вот так вот. Прям гвозди забивать надо на бревне. Вот приземление и не шелохнуться, как это делали румыны. Да, вот их школа как раз прям такая была в то время. Кстати говоря, сейчас у них уже не очень они здорово потеряли с этим все снарядом. А у них такая прям устойчивость была на бревне удивительная. Я думаю, что они, может быть, прям что-то пьют, что не трясутся. Но когда нервничаешь, когда соревнуешься, всегда кажется, у соперника что-то лучше получается. Сколько уже готовится, там сигнал прозвучал, второй уже. Это что ж получается, время она пропустила? Потому что мы очень ждем этого от Вики Листуновой, которая сейчас будет уже, вот она уже выступать у нас во всей своей красе. Ох, вот это элементы, конечно, показывает максимально сложные в женской гимнастике. Держись.
Молодец. Молодец. Ну, блестяще, да. Блестяще, да. Просто.